Друзья, сегодня у меня будет необычная работа. В общем, у нас лампочка вот эта вот кругленькая. Я ее уже как-то чинила, но, в общем, она, я так поняла, отходит проводок. Вот она включена, и нажимаешь, вот ничего абсолютно не горит. Вот здесь у нее какой-то проводочек, вот видите, мигает. Вот я думала, здесь что-то надо паять, ну, оно, видите, то работает, то не работает. В общем, я раскрутила, там все целое абсолютно. Вот что-то вот здесь отходит. Даже не знаю, что и делать. Но это ладно. Так, еще у нас есть большой вентилятор, который мы в Луганске покупали. Есть вот такой маленький. Он, это старый еще Димон, он тоже перестал работать. Его сколько раз уже ремонтировали. В общем, теперь сама буду ремонтировать. Здесь я посмотрела, вот здесь, по-моему, надо подпаивать. Проводки торчат. Нужно будет подпаять немножко. И еще тоже отпаялся мой маленький вентилятор. Вот проводочек тоже отошел. Надо его тоже припаять. Все раскрутила, приготовила. Ну, у Димы паяльника нет. Он говорит, у соседа был под низом паяльничек. Максим, это твой паяльник. Спасибо тебе огромное, что сохранился, и мама сохранила. В общем, я пошла до тети Вали. Спросила, это она нашла, вот помимо паяльника, еще тут все и канифоли, все такое вот, в общем, что необходимо для пайки. Я вообще первый раз буду делать, но я думаю, у меня получится. Ну, в розетку включила, греет, но я, конечно, не здесь, не на ковре буду, сейчас в прихожую пойду, то я просто здесь разложилась, я в комнате постелила эти коврики, сделала вот так. Дима говорит, в той комнате, где он лежит, не надо, но я ему тоненький положу, а эти ковры вот сюда, как бы бабушкина комната. Как-то, знаете, как вот постелила, оно и поуютней немножко стало. Вот, но я на полу не сидеть, здесь тоже раскрутила. Вот, ну, попробую, получится что-нибудь или нет. Все работает. Теперь большой будем паять. Не работает. Добрый вечер, друзья. Иду кормить. Несу мусор еще вынести. С Димой собираемся сегодня еще сейчас поужинаем. Тоже погулять пойти. Я говорю, я сама быстренько сейчас покормлю. Потому что с мусором ехать. Думаю, я быстро сбегаю. И все. Траву косят, наверное, где-то. Лыбашка, что ты встречаешь? А, не траву, вон деревья спиливают. Для того сейчас... Да, моя маленькая, звать не услышит. Но Яшек ждет. Василий, где? Вас с утра не было, да? Теперь побежали. Давай, давай.
Вот так вот. Так, все тут. Так, так, не деритесь, не деритесь. Перестаньте драться. Сейчас. Сейчас, подожди. Да подожди ж ты. Ля, толкает камеру и все. Стой. Так. Нафиг. Сейчас, спасибо. На. Так. Сейчас, спасибо. Так, на, Васенька, тебе. Сейчас я тебя мисочку дам. На. Кушай. Все. Всем дала. А то драться, драться сразу. Пушистика нет. Так, сейчас мусор еще отнесу. Кушайте. Приятного аппетита. А компот? Васенька, глазик покажешь всем. Посмотри сюда, Василь, Вася. Буся покушала, да? Не покажешь, да? Ну ладно. Так, все. Наелись. Молодцы. Все, пошла я. Друзья, ну вышли мы погулять с Димой. 7 часов вечера. А так как-то пасмурно. Такое чувство, как будто бы 9. Ну, молодежь он там на мотоциклах, на скутерах ездит. Тихо. Никаких у нас сейчас развлечений нет. Ни парк вот это. Кафешка не работает. Все. Все тихо. Что? Да, ну это понятно, что не до развлечений. И было бы неправильно, наверное, если бы тут музыка играла и развлечения какие-то были. Да и кому ходить? Девчонкам одни. Вон, ходят так. Девочки себе отдельно толпой, мальчики себе. Мы сегодня... Молодежь. Ну, молодежи некуда себя приткнуть. Тыняются. Мы сегодня с другой стороны заехали. От этого, как он, клуб, да? О, Кися. Кися ходит. Рыжик. Ай. Ходит. Ай. Застреем мы. Дорога такая. Доломали. Доломали? Да тут, по-моему, давно уже это доломали. Но в этом году так вот особо ничего, наверное, некому, наверное, делать. Ну что, все равно люди отдыхали в этих беседках. Ну что, на лавочке посидим. Ну, цветочки поливают, цветочки растут. Даже мокрая земля. Ну, а чё б не поливать? Вода вот рядом, сколько её. Чё-то ставок обмелел. То прям была по самой бортике вода, а теперь нет. Ой, с кафешки он, дядечка, рыбку ловит. Наверное, через дверь. А, это, наверное, сам сторож. Наверное, зашел туда. Вообще обмелел. А, ну да, и водопадика нет. Все пересохло.
Дождей нет, наверное. И ветка вон сломалась там. Ой, тут нет никаких, ни змей, никого. Куда меня несет? Вон деревья. Одна ветка, вторая. Это ветер, наверное, был сильный у нас несколько дней. И, наверное, сломала. Ой. Да. Вот это вот везде тут вода была, а теперь... То ли рыбка, то ли жаба проплыла. Никто не купается. А я думаю, что так тихо, не шумит водичка. Поэтому она и грязная. Не сливается. Посидим на лавочке немножко. Подышим. Да? Да, лягушки не квакают, не слышно. Вообще тихо. Тихо-тихо. Никто не кричит, не это прям. Ладно. Будет что-то интересное, или как домой подъедем, еще может включимся. А так все как-то уже, знаете, осень прям такая. Вот тепло, прям жарко, душно. А все равно уже все. Ну, может, потому что все начинает вот сохнуть. Деревья сыпятся такие, кажется, замученные стоят. Небо красивое. Небо всегда красивое. Особенно, когда на ней облака. На нем. Ну, ладно. Гуляем. Молодежь тусуется. Огоньки горят уже. К нам песик пришел. Ушел уже. Вот так. Чихает. Типа парка. А где молодежи еще собираться? Да? Надо же где-то встречаться, общаться. Дима, где мои 17 лет? Да? Интересно сейчас смотреть, вспоминать. Сам такой был. Быстро так темнеет. Сейчас еще, наверное, 8 нет, да? Друзья, мы уже около подъезда. 15 минут 9. Ночь непроглядная. Вообще. У нас тут собачка какая-то маленькая. Ее не видно, наверное, вам. Черненькая лежит. Спит. Под лавочку легла. Вообще темень. Собрались заходить. Осень, да. День уже короткий такой. Вообще. Даже раньше 10 часов еще светло. Сейчас. Так это 15 минут 9, а мы уже сколько сидим? 7:30 уже темно. Ну, в общем, ладно, друзья.
Всем спокойной ночи, хороших снов вам, всего хорошего, друзья, до завтра. Да.